Здравствуйте, вы на канале Дачница. Сегодня я готовлю куриные крылышки в подливе. У меня килограмм разобранный по суставам крылышки. Еще мне понадобится томат 300 грамм. Морковку я взяла замороженную. Ну, когда есть свежая, я беру одну крупную. Также крупная лучина. 4 зубчика чеснока, понадобится чайная ложка сахара, понадобится также молотый перец и соль по вкусу. Сначала я готовлю подливку. Лук, морковку и чеснок я обжариваю на растительном масле, 4 столовых ложечки будет достаточно. Обжариваю, помешивая, потому что чеснок имеет такое свойство сгорать моментально, если его оставить без присмотра. Также сразу немножечко я перчик кинула душистый, вернее, перетерла его. И до полуготовности я обжариваю. Соль и сахар я пока не добавляла. Когда появляются уже чуть прижаренные кусочки, я добавляю сахар. Чайную ложечку и перемешиваю все опять же и добавляю томат. Все перемешиваю опять и оставляю тушиться минут на 5, на 8, посматривая на сковородочку. А после того, как прожарилось все вместе 5 минут, следует попробовать на вкус, достаточно ли соли. Просто томат бывает разного вкуса. Вот у меня почему-то в этот раз получился прям так хорошо посоленный. Я попробовала, соли достаточно, я больше не буду добавлять. Сахар слышится. Готовую подливу я выкладываю в дополнительную посуду, а крылышки обжариваю на сковородке. Когда крылышки немножко обжарились с одной стороны, я выкладываю сюда подливу, ранее приготовленную. Накрываю крышкой. И оставляю тушиться. Ну, минут на 10, а затем посмотрю. Огонь под сковородкой делаю минимальный. Накрываю крышкой. Крылышки протушились вместе с подливой 20 минут. Они уже готовы. Если вы любите лавровый лист, добавляйте. Накрываю крышкой. Блюдо готово. Крылышки в подливе, приготовленные с любовью и с хорошим настроением, это вкусно и очень просто. Спасибо за просмотр. Всего доброго!